2002 году Ричард Линклейтер написал историю о шестилетнем мальчике и его родных. На протяжении следующих 12 лет он их снимал. Они вошли в историю кинематографа. Прекратите! А ну, поставили барьер! Шедевр, подобного которому еще не было за всю историю кинематографа. Ну что, готовы зажигать? Да! Да! Уникальный фильм, задевающий потайные струны души. Не расстраивайся. Надо было с бамперами играть. Не нужны тебе бамперы. В жизни бамперов нет. Ничего подобного этому фильму просто-напросто не существует. К нам сегодня пришел новенький. Чувачок, добро пожаловать в отстой. Ты что, напился? Четочка. Надо же. Незабываемый фильм. Ты кем хочешь стать, Мейсон? Чем хочешь заниматься? «Отрочество» — автор сценария и режиссер Ричард Линклейтер. Душевный, ошеломляющий, идеальный, прекрасный, исключительный, опьяняющий, завораживающий, увлекательный, изумительный.